это был вообще бомбический день. То есть в этот день вообще, не знаю, прям вот, что-то все у нас там, мне кажется, получилось там лучше. В жизни, как говорится, не хватает справедливости, вообще ее нету. А здесь, как бы, получается, прямая зависимость. Ты поработал и кайфанул. То есть ты взял, пошел в горы, устал, напрекся и взорвал. Прям вау. Был, наверное, самый лучший спуск в моей жизни, потому что, ну, просто это не передать словами. В первую очередь меня удивили люди, но, в принципе, я и ожидала, что здесь будет так дружелюбно, как семейно даже, я бы сказала. Сознание не сразу приходит, что на Камчатке. Оно как бы ты просто приехал и приехал, как бы. А когда ты начинаешь куда-то выезжать, ты видишь эти вулканы, ты видишь первый день вулканы, второй день вулкан, уже пейзаж такой, знаешь, уже привычный, ты понимаешь, чувак, ну все-таки ты здесь, как бы. Это не просто тебе там показалось вчера, ты реально сюда приехал. Скитур — это прям вот, ну вот все, ты как бы вот, неважно где ты, неважно куда ты идешь, у тебя все с собой. Первый вот этот наш день корякский, с этой чумовой погодой солнечной. Когда ты едешь с вулканом и с видом на вулкан, это прям вау, тоже как бы чуть ли мурашки идут. Когда мы пошли на вулкан, я очень переживала, что я не смогу. Ну, потому что во фрирайде я вот только в 21-м году, с февраля, и катала немного. И я удивилась, что у меня все получилось. Не знаю, я вот на самом деле у нас на Урале как бы с рыбой, вообще по жизни рыбу как-то так стороной обходил. Как бы в основном мясо, как бы, ну, мясо, это тут рыба, каждый день рыба, везде рыба. Сейчас прям думаешь, как без рыбы, надо рыбу есть. Не пропадать же рыбе, да? Сначала было холодно, но, опять-таки, потом уже ощущения от всех этих спусков, они, конечно, перекрывают все вот эти вот мелкие неудобства, связанные с холодом. We'll be right back.
А мы тут краб вчерашний. Обедаем. Вчерашний краб трансформировался в курицу. В целом, конечно, кто вот катает, как бы, он рано или поздно там сталкивается, как бы, ну, с пониманием того, что это все надо, как бы, и, наверное, как бы там какие-то обучения, может, проходил. Здесь сразу все, как бы, необходимое выдали, все проверили, как бы, конечно, вот мы перед первым важным подъемом все потренили, как бы, блин, ну, конечно, важная история, потому что даже там сегодня мы катали, буквально небольшая лавинка, ну, хруст, этот вот хлопок, как бы от этого снега, как бы, блин, ну он так это. Когда ты все-таки хоть не знаю, с бипером, там, не знаю, с лопатой, мы понимаем, что если что, там ребятам нам тоже готов помочь, как бы. Must have вот по-любому, как бы, то есть с этого надо начинать. Она уверенности и спокойствие дает. А вот теперь смотрите, как его легко можно взять и вытащить на площадку, на которой вы сможете ему оказывать какую-то помощь. В принципе, если бы мы засекли время, мы бы сейчас поняли, что больше всего времени мы потратили именно на копание, при том, что вы копаете впятером. И он на глубине на какой? Полметра. Кстати, на такой глубине очень часто бывают люди в лавинах. И погибают там, потому что их не успевают откапывать их друзья. Потому что на самом деле полметра это уже как бы достаточно большая глубина. Биперы перевели в режим передачи. Все, все молодцы. УБ, это 31 декабря. Это вообще была бомба. Это вообще, это вот реально топ. По ощущениям, может быть, по каталке было круто, как бы там. Сегодня было круто там, но УБ... 8-й километр, тут, как бы, и вообще день этот 31 шел, блин, ну это вообще чума. Очень повезло с ребятами, ворвались, как бы, на одной тачке, уехали перед, прямо перед пругой, поднялись в лес, японский так называемый, взорвали пухлячок, было очень здорово, я думаю, это, наверное, лучший день. Ну, по плане снега, наклона, то есть атмосферы прям как это, получилось так по-домашнему, приятно. Поехали в термальные источники, там никого не было, были только мы, и прям было очень хорошо. Я представляю. Сегодняшний день перебил вообще все. Когда мы сегодня съездили, и вот это спускаешься к океану, едешь, белый снег, перед тобой океан, как бы, и солнце сегодня шпарило, как бы, и... какого-то ветра не было, там пурги, сегодня прям вообще бомба, конечно, была там. Больше посмотреть, поощущать, как бы там, прочувствовать, как бы там, ну вот это круто было. Сегодня прям вообще такая вишенка на торте, как бы, даже этот последний спуск, который мы там, ну не знаю, там 300 метров проехали, ну он такой прям вообще, все, закрыли, запечатали.